доброе утро. Зачитать текст присяги гражданина Российской Федерации. Порлотанто, солисито, ке Наталья Орейна, Орейну. Соответствующий указ номер 603 был подписан президентом Российской Федерации. Я, Орейра Иглесиас Наталья Мариса, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Поздравляю вас и вашего сына с получением российского гражданства. Вручаю вам паспорта граждан Российской Федерации. Сюда до нее, когда Федеральная Беларусь, вы